Трасса 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автошколы попросили Федеральную антимонопольную службу установить минимальную стоимость обучения кандидатов в водители. В Москве это 46 тысяч рублей, в регионах порядка 20-25 тысяч. Авторы инициативы уверены, что таким образом удастся отсечь недобросовестные образовательные организации, которые в поисках клиентов бесцеремонно роняют ценник, а учат как попало. Трасса 101. Ford последовал примеру других автокомпаний и снизил стоимость самых востребованных оригинальных запчастей для россиян. Например, на 29% подешевели воздушные и масляные фильтры, а также свечи зажигания. Ценник салонных фильтров стал ниже на 14%. В среднем на 22% меньше теперь нужно платить за аккумуляторы и щетки стеклоочистителя. Все это объясняется стабилизацией курса рубля. Трасса 101. В продаже появился обновленный Nissan Tirana. Кроссовер оснащается одним из двух бензиновых двигателей объемом 1.6, мощностью 114 лошадей, либо двухлитровым 143-сильным агрегатом. Машина получила систему AeroGlonass, функцию удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла, мультимедиа с более ярким и контрастным дисплеем, круиз-контроль с возможностью ограничения скорости и так далее. Минимальная стоимость паркетника – 925 тысяч рублей. Житель Москвы подал в суд на компанию Ferrari за то, что его спорткар Ferrari FF с шестицилиндровым мотором мощностью 600 лошадиных сил начал ржаветь. Следы коррозии появились на одном из задних крыльев. Автомобиль приобретался 6 лет назад по цене почти 19 миллионов рублей. Все это время он хранился в подземном гараже, накрытый чехлом. Пробег всего 12 тысяч километров. Итальянцы отказались ремонтировать машину бесплатно, так как гарантия на нее закончилась. После этого раздосадованный владелец и обратился к служителям Фемиды. Он просит от автопроизводителя возврат денег, а также компенсации юридических расходов. Трасса 101. Правительство Индии поставило амбициозную задачу – к 2030 году полностью отказаться от использования в стране автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. За это время власти собираются существенно снизить стоимость электрокаров и оборудовать необходимую инфраструктуру. Как следствие, в частности, должна снизиться смертность индусов от болезней, вызываемых загрязненным воздухом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.